Алло, слышишь? А, то есть там могут просто написать, вы меня нормально скинете, да, правильно? Да, потом. Алло, слышишь, перхоть ходячая? Я тебя учил играть, ботяра, что ты делаешь? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я себе заказал тренера за 10 рублей. Это будет лютейший угар, поэтому прямо в эту секунду, ребят, прожмите лайкусик. Подпишитесь на мой канал, потому что это будет очень, да еще раз, очень весело, поверьте мне. Потому что такого тренера вы вряд ли где-то еще увидите. Ну что же, пристегнитесь. А я пошел набирать тренера. Все, ребята, я только что тренера пригласил в лобби. И прямо сейчас я его набираю в Дискорде. Алло, алло, тренер. Алло, здорово, перка. Где мои 10 рублей? Давай переводи. Без проблем. А киви у вас справили, да, то, что вы не писали? Да, давай переводи быстро. О, а почему же такие дорогие занятия? Целых 10 рублей, вы понимаете? Я собирал целый месяц школьных обедов. Почему так дорого? Я RGG тренировал все команды. Я сам... А, все понял, так. Проверяйте. Так, все вижу. Давай запускаем. Пускай, поехали. Слушай, а вы вообще тренер с большим опытом, правильно? Конечно, я тренировал все команды мира. Тренер, я зашел, тренер. Алло, давай, я еще к тебе на базу прибегу. Давай, проверка на бомжа сюда. Показывай свои скины. Какая еще проверка на бомжа? Что это такое? Скины показывай. Я не знаю, смотрите, мне друг подарил, он говорит, что это типа хорошие скины. Я не знаю, это правда, вот смотрите. Это душманский скин, давай пароль от аккаунта, эти нормальные скины переведу, давай. Вам логин и пароль надо писать? Да, вот смотри, какой у меня нож. Вот этот нормальный нож. Ладно. Покажи нож. А у меня, а у меня. Вот у тебя бомжатский нож. Давай обмен, короче, нож. Я тебе свой, ты мне свой, понятно? Хорошо, тренер, а как вас зовут? Давай, меня в детстве прозвали Али-Баба. Тебя как Али-Баба зовут? Меня Илюша. Илюша. Тренер, а вы хороший тренер? Вы точно меня научите? Я стану киберспортсменом жестким. Конечно, сейчас мы тебя киберспортивным тактикам научим. Ты слабый пока что. Сейчас я тебя научу. А почему это я слабый? Почему это я слабый? А что ты обзываетесь? Я не слабый! Это скины дешманские, батя. Давай, мне поехали. Друг подарил эти скины, он говорил, как-то USP, вот этот Енузис, Енезис. Это дешевые скины, можешь дешевые? Мне аккаунт свой дать, тебе нормальные скины. А, то есть вам могут просто написать, вы мне нормальные скины дадите, правильно? Да, потом. Хорошо, так, а вы где? Я на лагу, так. Давай, ботяра, смотри, чем тебя учить сначала? Тренер, Али-Баба, а чем вы обзываетесь? Да потому что ты бот, играть учить. Тренер! Тренер, вы что себе позволяете? Тренер, мы общались с вами, тренер, пожалуйста. Тренер, а вы куришь, что он перевел 9 рублей? 9 рублей? Я один рубль не заплачу. Я один рубль не доплачу, если вы прям сейчас не извинились. Алло, бомжара, рубль гони, рубля не будет, тренировка не начнется. Давай сюда. То есть, пока рубль вам не переведу, тренировки не будет, правильно? Конечно, сюда рубль ко мне переводи, не, бомжара. Не, ну хорошо, сейчас переведу. Так, все, перевел рубль. Все, тренер, ну рассказывай тактики. Вы мне разорите скоро, 10 рублей перевел, вы знаете. Ты их месяц собирался бедом. Поехали. Али-Баба, погнали по тактикам. Проверка твоего аима. В стену стреляй, давай. Проверка? А я слышал, проверка на стояк. Вы слышали такое? Ботяра, стену стреляй. В стену? Тренер, в стену. Алло, слышишь, перхоть ходячая? Ты зачем меня убил? Ой, тренер, я случайно. Тренер, нет, только не бам. Тренер, я случайно. Ты знаешь, что такое Тёмка? Да, слышишь, тренер, тренер, я иду в Тёмку. Тренер, я в Тёмке. А вы где? Грибоед, ты где? Тебя нету в Тёмке, алло. Я в Тёмке. Вот алло, здесь... ботяра, тебя тут нету. Тренер, алло, это кто такой? Кто? Ботяра, ты мой слабый. Играть учись. Ты зачем тренера убиваешь? А, тренер, я бы с ним узнал. Я думал, это противники. Я думал, это про них. Извините, тренер. Давай, я тебя буду учить раскидом сначала. Ты так. Потому что нубик, тебе надо научиться играть сначала. Так, тренер, что мне брать? Хаешку и флешку взял. Слепу, давай. Хаешку и да, да, все взял. Погнали, тренер, погнали, выйди. Давай, давай, на Тёмку беги сюда. Я на Тёмке, тренер, я тут-то. Ну что делать дальше-то? Так. Давай, давай, смотри, первый раскид, допустим. Если вот бежит противник, ты в него так хаешку кидаешь и вот все. Вот так, да, тренер? Понял? Вот так. Алло, перхоть ходячая, ты зачем меня хаешка кинул? Ой, тренер, ты случайно, за что меня опять замочили, тренер? А, ты полуфабрикат. Я сейчас напишу в суд, заявление напишу. Я вам 10 рублей перевел? Да, перевел. Ну, вы... тренировка стоит 10 рублей, слышишь? А что, еще надо деньги вам платить? Ну да, да, еще 20 рублей за то, что я тебя хорошо научил играть. Да вы еще не научили, тренер, вы еще ничего не рассказали. Давайте рассказывайте секретные тактики. Я тебе за целый раскид научил, Грибобаз, для тебя этого хватит. Так, тренер, ну хорошо, давайте дальше. Куда мне идти? Так, есть смотри. Вот такая вот слепа, допустим, да, ага. Когда противник бегает. Ты вот отсюда ее кидаешь и готово, и все, и ты его ослепил сразу. Тренер, давай, вы промахнулись, скажись. Тренер, смотрите! Да, смотрите, тренер! Да, да.
А где флешка? А, тренер, я слеп! Я слепил, батяра, слышишь ты? Я тебя сейчас убью. Тренер, не надо, расскажите мне еще чего-то. Я в деньги заплатил, хватит по мне стрелять, я сейчас заплачу. Я маме пошел. 30 рублей. Сколько? 30 рублей? Не скинешь 30 рублей, тренировка окончена. Не-не, я сейчас скину, тренер. 30 рублей, да? Да понюх ходячий, давай сюда деньги. Так, так. Быстрее, давай. Все, скинул, тренер, проверяйте. 30 рублей последний. Поехали, видно, видно. Поехали, смотри. Чему ты хочешь научиться, босс? Ну, я хочу всех мочить, если бы меня не называли батон, потому что мне надоело. Меня все называют в школе батон. Первое правило, не доверяй противнику. Скинь мне свое оружие. Скинул. А, домой, босс, просто ты такой слабый. Просто учись играть, просто слабенький. Тренер! Тренер! Вот это слез довели. Я купил себе М40 гриб. Пока ты не научишься играть, ты будешь грибом. Кто гриб? Я гриб? А что, мы играем против тренера дуэль или как? Да, против тренера. Я играю лучше всех в этой игре. А если, смотрите, если я вас замочу, что тогда будет? Тогда получится, вы будете грибом. Все, тебе хана сразу, понимаешь? Ну давайте так. Смотрите, кто сливается, тот и гриб. Алло, слышишь ты? Тренер, вы гриб. Перхоть ходячий. Тренер, вы гриб. Я тебя по IP забаню, все, я тебе говорю. Тренер, какой бан, за что? Вы себя адекватно ведите. Или ты мне сольешь после катки свой АВМ, вот этот дешманский, или я тебя забаню. То я солью, конечно, только не бан, пожалуйста. Тренер. Алло, поехали, сейчас будет тренировка имя, выходи ко мне на Б, поехали. Куда, а где это Б, тренер, а где это Б? Вот тут, вот на карте кнопочка Б такая. Давай, а, ниже, буковка Б, да? Мне на Б идти или на А? Тренер, мне на Б или на А идти? Алло, батяра, на Б ко мне сюда так иди. Вы на А, так я на А уже. Алло, Бобби Джон, не зря. А, так на Б надо было идти, правильно? На Б? Давай, давай, за мной. Подожди, или на А, тренер, куда мне идти? Я не пойму, тренер. Алло, батяра, на Б сюда беги. Тренер, отстаньте. Алло, неадекватно. Тренер, я тут. Так что, вы говорили на Б бежать. Тренер, вы говорили на Б бежать, я ж на Б думал побежать, не? Тренировка АИМа, поехали. Так, тренер, на Б бежать или на А, вы определитесь. На Б побежали, быстрее, пойдем. Побежали. Давай, а что мы делали на А, если надо было бежать на Б? Я таки не понял. Да это ты, батяра, на А убежал. Так, что делал дальше? Давай. Тренировка АИМа. Ты должен попасть ровненько вот по... Попал! Той... Попал, тренер! Алло, слышишь, инфузория, ты ходячая. Что ты сделал? Ой, тренер, надо было... Я тебе говорю, я пишу разработчик. Нет, тренер! Извините, пожалуйста. Все. Нет, тренер, пожалуйста, дайте шанс. Я не специально, тренер. Так, давай ко мне сюда. Я иду. Иди сейчас на Б. Вот сейчас, если ты меня сейчас убьешь, еще 50 рублей переводишь. Не, тренер, куда? Я и так уже весь семейный бюджет израсходовал. Так, тренер, что делать дальше? Короче, давай я тебя сейчас научу. Давайте. Тренировку АИМа. Давайте. Ты становишься. Куда? Ты должен убить противника. Давай, попробуй, попади по мне, батяра. Домой, ну, просто. Играть учись, слышишь, батяра. Да, давай, тренер, сейчас, а что дальше? Сейчас я тебя научу играть на АВМ. Ты на АВМ играть умеешь? Ну такой, тренер, я никогда в жизни с ним не играл. Мне друг говорит, что АВМ для любовь. АВМ покупай, давай. Купи, тренер. Да, покупай свой дешманский АВМ сюда так, на Б. И что делать, давай, тренер? Да. Смотри, для того, чтобы попадать с АВМ, надо включить вот эту кнопочку прицела и нацелиться на противника. Понял? Меня только не убивает, понял? Хорошо, и куда мне целиться, тренер? Короче, ты берешь, нажимаешь на кнопочку стрелять и быстренько наводишься на противника. Алло, слышишь, перка ты ходячая, ты зачем меня убил? Ну вы сказали нажать на кнопочку. 50 рублей! Только не 50! Можно хотя бы 25 рублей, я вас умоляю, прошу, хотя бы 25! Рублей переводили, тренировка будет окончена. Ладно, я перевожу, тренер, перевожу, пожалуйста. Давай, Бобби Джон. Сколько говорили перевести? 30 рублей. А можно скидку хотя бы рубль, пожалуйста, рубль. Какой рубль, 30 рублей? Нищий, вы понимаете, я теперь год буду без школьных обедов, пожалуйста. Ладно, так уж и быть. Давай, 29. Yes! Спасибо, давай. Тренер, вы лучший. Тренер, топ! Все, перевел, проверяйте. Пришло, тренер вам должно. Вижу. Ты думаешь, как научились играть все киберспорты? Ой, тренер, случайно! Ты зачем меня убил, слышишь? Ты сейчас будешь еще деньги переводить. Нет, ты, тренер, у меня нету денег. А тренер, о, рубль случайно. Переводи, давай. Да как рубль? За что рубль, тренер? Давай, да я бедный, у меня нет рубля. А то, что меня убил, рубль возвращаешь. Школа обеда не подождут. Все. Все, перевожу вам рубль. Вы вымогатель, а не тренер, вы вымогатель. Давай, я думаю, на моих тренировках ты уже всему научился. На вы моим тренировать. Поехали в союз. Уже сразу? Одну игру апнем. Ничего себе, тренер, так сразу, идем уже в союзаки сразу. Конечно, ты уже весь натренированный. Я понял. Хорошо, тренер, я надеюсь, что мы победим. Тренер, мне страшно, мы играем против настоящих противников. Так я тебя учил, покупай дигл в первом раунде. Купил, тренер, купил. Давай, дигл.
Сигал сбрось, сброс. Сбросил, тренер. Сигал важнее мне, чем какой-то нубу. Поехали. Смысле, тренер, мы тупо Сигал забрали, сами с тобой будете играть? Поехали, тренер важнее, ты бот. Хорошо, погнали, тренер же дело дальше, мне страшно, мамочки. Короче, первая атака, всегда рад. Тренер, не тут, а! Тренер, оба слину поставили. У них сов, давай. Как я тебя учил на тренировке АИМа? Тренировка АИМа, я помню, чему мы учили. Давай. Киберспорт, моя жизнь. Давай. Ты бот. Ай, твой тренер! Тише, тренер, мне страшно, мамочки! Алло, как я тебя учил играть, ботяра? Что ты делаешь? Это что за им? Зачем я тебя учил тренировки? Тренер, ты не научился играть. Да я научился, тренер. Говорите, что делать дальше. Давай, поехали. Берем дробовик, это самое лучшее оружие в этом игре. Я знаю, дробовик дальше. Дробовик для киберспортсменов. Да, смотри, конечно. Смотри, накидай вот такую вот флешечку. Тренер, вы меня ослепили! Тренер! Они снайперы, это читы, все, алло. Тренер, что за дела? Слышишь, попуск. Это было как бы, ну, задумано. Все, я поддавался. Сейчас мы их вынесем. Они думают, что мы полные нубики, но мы их сейчас вынесем. Вы поддавались им, тренер. Фух, как хорошо поддавались. Погнали, тренер. Давайте, тренер, погнали. Ты видел эти скины? Ты думаешь, я плохо играю с такими? Нет, тренер, это по-любому киберспортсмен нереальный. Тренер. О, тренер, первый килл. Первый килл. Ты научился с моих тренировок. Смотри, поехали. Это все, что вы научили меня. Да нет. Поехали. Сейчас мы их вынесем. Давай, тренер. Подавал. Тренер! Домой. Легендарный камбэк сейчас будет. Поехали, камбэк, домой. Тренер, вы обещали легенду мне. Это что такое? Не повезло, не хартануло. Ну, смотри, если ты мне заплатишь 100 рублей, я тебя апну легенду, конечно же. Тренер, у меня для вас есть очень хорошие новости. У меня минус 52 ММР! ММР не главное, главное. Так вот, не главное, главное ММР. ММР это самое главное в жизни. А вы можете, пожалуйста, сказать, повторить за мной одну фразу? Давай. Скажите, привет, Ютуб. Привет, Ютуб. Я вас затроллил. Я все это время снимал. Вы будете на Ютуб, Алибаба. Какой еще Ютуб? Удаляй. Алибаба. Короче, ребята, прямо на секунду, если понравилось подобное видео, прожмите лайкусик. Самое главное, подпишись на мой канал, или ты будешь играть так же, как этот тренер. Также подпишись на мой телегу, ссылочки есть в описании, там будет раздача промика, братуха. Бегом перешел, подписался. И на мою инсту. Ну что же, всех обнял, приподнял. Всем хорошего настроения. С вами лайкусик, подписочка. Все мои социальные сети в описании. Всем удачи, всем пока!